Приветствую вас, друзья, в этом вводном видео системы «Свобода». И в этом видео мы с вами рассмотрим, что же это за система и на чем она зарабатывает. Итак, давайте же сразу же перейдем к делу. Как будет строиться заработок по системе? Вам нужно будет зарегистрироваться в специальном финансовом сервисе. Далее в уроках вы уже получите на него ссылку и сможете зарегистрироваться. После этого вам нужно будет сгенерировать ссылку-витрину в этом сервисе, после чего начать продвигать эту витрину по урокам. Все уроки по продвижению также дальше в курсе уже сможете посмотреть и с ними ознакомиться. В процессе того, когда вы продвигаете эту ссылку-витрину, вы уже начинаете зарабатывать до 4000 в день. И также будет еще урок по масштабированию всего заработка, то есть чтобы вы могли зарабатывать в 2-3 раза больше. Вот такой вот план работы и, в принципе, план того, на чем строится заработок по данной системе. И давайте же немного статистики вам приведу. То есть мы с вами будем зарабатывать на финансовом сервисе. И конкретно сейчас вы видите скриншоты из поисковых запросов, то, что люди ищут в месяц. То есть это только два запроса. Их на самом деле гораздо больше. И вот, например, по запросу «Деньги в долг», вы, как видите, было сделано запросов 141 890. По слову «Взять займ» было сделано 147 684 запросов в месяц. Это считаю только по двум ключевым словам. Таких слов на самом деле больше. Эту статистику я вам показываю для того, чтобы показать, что то, на чем мы будем с вами зарабатывать, пользуется спросом. И здесь вам нужно понимать, что вы просто распространяете предложение для людей, которые будут на него переходить и смотреть и оформлять на нем какие-то финансовые продукты. В данном случае у нас это займы. Вы за этого будете получать комиссию. Вы никого ни к чему не заставляете получать этот займ. Человек сам, если хочет, он оставляет заявки. Если ему выдают займ, вы получаете свое вознаграждение. Это стоит понимать. Также мы с вами не будем делать показы на все вот эти вот запросы, которые есть. Нам достаточно с вами делать определенный алгоритм действий, получать 2-3 заявки там, в день, чтобы люди эти заявки одобрялись, и вы получали с них до 4000 рублей в день. Ну и давайте же рассмотрим такой вопрос, что нужно для работы. Для работы по данной системе вам нужно 30-60 минут в день свободного времени. Также компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Любое устройство, которое подключено к интернету. Ну и самое главное, это еще желание зарабатывать. Такое было небольшое у нас с вами видео, в котором я быстро и кратенько рассказал о том, что за система, как она зарабатывает. Привел факты статистики того, что эта тема популярная, и она пользуется спросом. В следующих уроках мы уже перейдем непосредственно к реализации данной схемы. Желаю вам успехов!